В нас не верили и списали со счетов еще до старта. Мы ответили всем скептикам своей игрой. Мы доказали, что мы на что-то способны. На поле доказали, что мы команда и будем всегда высокие места. Но мы сражаемся до самого конца. У нас такая интрига, наверное, вообще для всего футбола интересная, как она все закончится. И мы сделаем все. Игры, которые мы свои очки теряли, их уже не вернешь, так что нечего думать, гадать. Две игры 6 очков надо брать. Нас ждет заключительный домашний матч. Да, к сожалению, мы остались там по объективным причинам без фанатов, но я думаю, каждый из нас может поблагодарить болельщиков простых, которые приходили на стадион, нас поддерживали постоянно. Спасибо всем тем, кто приходил за нас, болел, и придите на домашнюю заключительную игру и поддержите команду. Пришло время сказать друг другу спасибо. Будем надеяться, что положительным результатом отблагодарим болельщиков и хорошей игры. Суббота. Стадион по улице Семашко. Начало в 14:00. Да, наверное, погода не самая хорошая, но все, кому Динамо не безразлично, прийти, поддержать нас, потому что у нас еще есть шансы занять первое место, и поддержка каждого человека нам очень нужна. Также же 3 очка, а без вас очень тяжело хорошую игру показать, так что будем стараться ради вас. До встречи. Дорогие болельщики, приглашаем вас на футбол. Нам очень нужна ваша поддержка. Приходите.